Сегодня в исполнении Георгия Черданцева и Константина Генича. Надеюсь, вы скучали. Division Rivals снова на ваших экранах. Как здорово, что команды сыграют при полных трибунах. Игрокам это должно только помочь. Спасибо, Георгий. Ждем хороший футбол. Эти команды всегда показывают интересную игру впереди. Поэтому скучать нам вряд ли придется. Хуаланд. Что сделает Хуаланд? Как играет вратарь. Отличное спасение Эдуара Менди. Посмотрим на состав хозяев. В воротах сыграет Эдуард Менди. Чуамени вместе с Кисье в центре полузащиты. На поле сразу два номинальных фото. Извини, что прерываю. Отличная позиция, чтобы пробить. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику... Теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Повторяет нам гол. Очень здорово они сыграли в прессинг. Не оставили тем шансов сопернику и смогли забить. 1-0 в нашей игре. Хорошо двигается с мячом. Удар не был опасным. Точно во вратаря. Хаким Зиеш. Ну, нельзя так отдавать мяч сопернику. Ошибся он в передаче. Идут в атаку они. Сотый матч он проводит за клуб сегодня. Ну, Кристиан Эриксен. И судья указала на угловой. Подали мяч с углового в центр штрафной. Выносит мяч из штрафной. Ничего опасного. Тут вратарь надежно сыграл. Пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Джорди Альба. И будет аут сейчас. Кристиан Эриксен. Педри с мячом. Мяч у Педри. Сравнивать нужно! Вратарь на месте. Пошла подача. Плохой вынос. У ворот по-прежнему опасно. Роналду. Вот и все. Опасная атака, но благодаря перехвату она закончена. Роналду. Джорди Альба. Джорди Альба с мячом. Эриксен. Есть момент у Эриксена. Вратарь справляется с ударом, но мяч в игре. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Отличный пас. Ну, такие удары для вратаря просто смешны. С такой-то дистанции, конечно, надо было забивать. Посмотри на тренера. Он, по-моему, даже не верит, что мяч не оказался в сетке. Как отлично он мяч перехватил. Эдегор. Камавинга. Джорди Альба тащит мяч вперед. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Роналду. Криштиану Роналду. Надо решать.
Очень опасный момент, но до ворот мяч не долетел. Есть у него поддержка в атаке. Классный отбор, и соперник без мяча. Кристиан Эриксен. Перехват, они снова с мячом. Роналду. Эдегор. Атака не получилась, это потеря. Диогу Жота. Отдача на Азара пошла. Опасный момент. Удар головой был. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Пока что обошлись без навеса. Роналду. Адресат передачи. Защита включила прессинг, и удар не получился. Они продолжают идти вперед. Нужно внимательно играть с мячом. Чумини с мячом. И пас перехвачен. Здесь проще всего сыграть через вратаря. Мартин Одегард. Мартин Эдегор. Двигается с мячом вперед. И мяч переходит к соперникам. Мяч потерян, и это очень опасно. Вот он момент для удара, но защита на высоте. Выбивает мяч защитник. Навешивает Джорди Альба. Мяч потерян, надо возвращаться назад. И все, больше в первом тайме не осталось времени, перерыв. Вторая половина матча началась. Эрлинг Холланд с мячом. Вратарь может выдыхать. Этот перехват ставит точку в атаке. Очень хорошо отдал Азар. Мяч попал в штангу после удара, но чуть раньше боковой зафиксировал офсайд. Так что защите сейчас повезло. Камавинга. Кристиан Эриксен. Сыграно жестко, но в рамках правил. До ворот оставалось совсем немного, но атака закончена. Диогу Жота. Жорди Альба. Камавинга с мячом. Мяч они отлично держат, но поможет ли это им сравнять счет? А ведь так все здорово было, но мяч переходит к сопернику. Эден Азар. Чумини с мячом. Альба. Жорди Альба навешивает. Как же он не попал сейчас? Очень выгодная позиция была, но удар получился совсем неточным. Удивительно даже. Педри ошибается в передаче. Хороший по задумке пас. Эден Азар. Гол должен быть. Гол! Как здорово он подстроился под этот мяч. Пробил отлично. Прекрасный гол.
как здорово он навесил. Давайте еще раз посмотрим гол. И хочется отметить отличное завершение под жестким прессингом защиты. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры с мячом. Тюмени с мячом. Диогу Жота. Плохой пас, даже близко не в сторону своего игрока. Как здорово он игру читает. Сюрлот. Кристиан Эриксен. Вот это момент у него! Можно сказать, героическое спасение вратаря, без сомнений вышел на мяч. А как иначе? Нужно было сыграть быстро и быть первым на мяче. Этот пас перехвачен. Мяч у Роналду. Плохой пас, точно на соперника. Жорди Альба. Жота с мячом. С мячом Жота, можно бить. Удар прямо во вратаря. Двадцать минут до конца основного времени матча. Эрлинг Холланд с мячом. Прекрасно сыграл. Один отыграть можно. Вколачивай! Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Разве это вынос? Атака продолжается. Хорошо играет Эдуард Менди, вытягивается и отбивает удар. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Вот не могу я сказать, что в атаке они сегодня смотрятся неважно. Постой, это может быть очень опасно. Гол! Теперь у них преимущество в 3 гола, и это уже почти победа. Повторяет нам голевую атаку. Посмотрите, как здорово он отдал пас. Над защитниками мяч прошел. Да, каков завершающий выход 1-1. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. Команда сегодня забивает много. Уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Эрлинг Холланд. И мяч перехвачен. Диогу Жота. Роналду. Есть партнеры в атаке с ним. Шикарный пас получился. И с лета пробил. Справляется с ударом Дехеа. Ну, вот теперь можно и отдышаться. Великолепный сейв совершил голкипер. Просто потрясающе. Классный отбор, и соперник без мяча. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. У них получается завладеть мячом. Пас перехвачен. Кристиан Эриксен. Хороший момент сумели превратить в гол, но поздно спохватились. Скоро финальный свисток. 3-1 счет. Результативный получается матч. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Теперь мяч у соперника. Штрафной судья назначает.